Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Твист, и добро пожаловать на очередную серию летсплея с механизмами. И сегодня в этой серии я вам покажу, что я успел сделать без съемок. Также мы, может быть, начнем выполнять некоторые ачивки, там некоторые ребята написали пару ачивок. В общем, начнем, может быть, выполнять некоторые ачивки. И также пойдем в шахту, добудем ресурсы для начинания, собственно говоря, ресурсы какие-нибудь стартовые для начинания построек, Ну и начнем с того, что я начал немножко заниматься терраморфингом, то есть вот тут начал делать такую вот как бы стеночку, чтобы это было более-менее все ровненько и симметрично. И также давайте я, во-первых, сделаю сложность на легкую, поставлю. Дальше я посплю немножко. И сейчас мы сделаем себе меч и сделаем себе кирку. У меня здесь есть 3 алмаза, я вам позже расскажу, где их добыл. Также у меня есть редстоун, железо, которое, кстати, надо переплавить, и золото. У меня есть, которое тоже надо будет переплавить. Так, возьмем 2 железа и 3 алмаза. Сделаем себе лучше сразу алмазную кирку, чтобы, собственно говоря, не париться потом. Так, давайте вот... Я дебил. Я сделал только что железную кирку. Ну, ладно, ничего страшного. Мы сейчас сделаем тогда обычную, алмазную кирку. А возьмем еще 2 железа и сделаем себе обычный железный меч. Потому что каменный — это такое, знаете, не очень хорошее дело. Так, далее. Возьмем еще с собой еды. Она нам пригодится. И давайте я покажу вам, где я добыл, собственно говоря, эти алмазики. И также я добуду еще алмазы. Там есть еще алмазы, я их оставил специально, чтобы добыть их на серии. И давайте, собственно говоря, отправимся туда. Это не очень-то далеко, где я начал рыть шахту. Да-да-да, я начал без съемок рыть шахту. Я думаю, вам было бы это не очень интересно на съемке, как я начинал рыть шахту, поэтому я решил это все сделать без съемок. И давайте мы, собственно говоря, отправимся в эту шахту, возьмем кирку и возьмем меч на первый слот. Так, вот такая вот шахта, спуск вниз, я уже тут сделал ступеньки, также сделал тут небольшой проем, в будущем будет кататься вагонетка, которая будет приезжать вот сюда и переправлять ресурсы в общее место для хранения ресурсов. Планы у меня грандиозные на этот летсплей, поэтому будем, собственно говоря, смотреть и выполнять все планы и ачивки. Давайте спустимся. И вот такая вот шахта, то есть вот я уже тут начал немножко рыть, там, видите, ресурсы, и вот они, кстати, алмазики, которые можно добыть. Так, сколько их тут получается? Их получается около 5 штук, где-то так. Давайте я, наверное, сбегаю наверх и возьму немножко булыжника. Так, я слышу паука где-то. Вот, видите, сколько булыжника, там еще плюс в сундуке. Я еще где-то стака 3-4 использовал на эти ступеньки. Тут, кстати, уголь тоже есть. И будем закрывать все эти дырки. Вот эти вот, которые мы сделали. Вот так. Давайте сразу лучше по прямой пройдемся. Также я здесь нашел один блок эмеральда. Вот он один. Изумруд, точнее. Ну, эмеральд на английском. Также вот еще есть железо. Я добывал все ресурсы, которые у меня были на пути. А которые вот остались сбоку, я их, собственно говоря, не добывал. Давайте вот еще редстоун. Редстоуна, кстати, у нас уже довольно-таки много. Добудем вот этот весь редстоун. Такс. Еще вот тут. Ой-ой, да его тут просто огромное количество. Этого редстоуна. Вот сейчас просто с вот этих вот всех я почти стак добыл. То есть довольно-таки много. Я, кстати, слышу скелетов, и они где-то, скорее всего, наверху. Мы сейчас находимся на высоте где-то 5, то есть 5 блоков. Где-то так.
Так, все, вот это мы тоже закрыли, точнее забрали. Ну и также будет шахта продолжаться туда, она будет очень длинная. И здесь дальше будет кататься вагонетка. То есть это уже ближе к тому, что мы будем... Когда уже будем развиваться, точнее, тут будет кататься вагонетка, и мы будем так ездить, добывать ресурсы. Ну теперь давайте пройдемся по вот этим вот местам. Тут я нашел кучу железа. Точнее, это золото, не железо, а золото. И сразу давайте будем все это дело закрывать. Так, давайте добудем сразу весь редстоун, который у нас здесь есть. Ибо редстоун нам надо будет очень и очень... Точнее, надо будет очень и очень много редстоуна, поскольку все мои планы, чтобы воплотить это, надо просто огромное количество редстоуна. Так, давайте. Я надеюсь, эта шахта нас, кстати, будет обеспечивать всеми ресурсами, и она будет довольно-таки крутой, эта шахта. То есть, как вы можете заметить, тут будет так вот ответвление, и они будут идти далеко-далеко-далеко, эти ответвления, и тут будет у нас добываться все наши ресурсы. Но если эта шахта себя исчерпает, то мы сделаем себе где-нибудь новую шахту, которую также будем добывать ресурсы. Так, тут можно, в принципе, сильно блоки не тратить. Так, где еще у нас? У нас здесь, по-моему, здесь, да, есть. Есть у нас еще здесь золото. Так, отлично. Можем сразу закрыть это все. Здесь, по-моему, у нас больше ничего нету. Так, у нас уже 6 алмазов есть. Ну, уголь я пока добывать хотя. Давайте добудем, потому что уголь тоже нужен, как бы, для пережарки всего нашего вот этого, всех наших ресурсов. Уголь — это довольно-таки нужная вещь. Также у меня появились идеи по поводу ферм новых, которые там будем автоматических строить. В общем, идей очень много, я надеюсь, что все я их смогу реализовать в этом летсплее, и надеюсь, что он вам нравится, что вы его будете смотреть, поскольку я действительно буду очень стараться и уделять этому летсплею довольно-таки много времени, потому что мне самому хочется его снимать. Так, давайте. Хочется себя проверить в том, как я смогу развиться в выживании с помощью там механизмов и так далее. Так, у меня уже нету, точнее, уже мало голода, надо чуть пополнить. Ну и, наверное, я в следующей серии, ну, к следующей серии я без съемок где-нибудь в окрестностях полазю и поищу еды. Ой, тут сразу зомби заспавнился. Давайте его убьем. Кстати говоря, вот еще, если кто знает, напишите, пожалуйста, на какой высоте спавнится слизни. Мне это очень и очень нужно будет, поскольку мне надо будет липкие поршни. А чтобы сделать липкие поршни, нужна слизь. Поэтому мне слизи надо будет тоже довольно-таки много. Так, по-моему, где-то у меня еще где-то алмазы были. Или я их уже добыл. Да, вот они еще у меня алмазы. Как я их тут пропустил, когда проходил, я не знаю. Я что, все добыл? Нет, давайте еще вот этот уголь добудем. Так, добываем уголь. И пока что... Даже не пока что, наверное, сейчас добудем уголь, и я буду, может быть, готовиться к первым механизмам, которым будем строить. Это будут, наверное, фермы. Естественно, будет ферма, наверное, тростника, потому что мне надо будет книги, чтобы сделать зачаровалку и так далее. Нормальную зачаровалку. Так, также не забывайте писать свои ачивки. В комментариях ачивки я собираю в кучу и буду постепенно выполнять их. То есть, помимо вот этих майнкрафтовских ачивок, мы будем выполнять ачивки ваши. Так, давайте еще добудем. Отлично. Так. Ну и здесь у меня уже тупик. Здесь вроде больше ничего нету, никаких ресурсов. Можно, в принципе, добыть тот уголь, который у нас есть. Вот здесь сейчас. Вот, тихо. Я слышу вверху. Вот, вот где-то вот тут есть скелет. Можно, конечно, подняться туда. Ну, я, конечно, не хотел. Ну, ладно, давайте поднимемся. В принципе, нам терять нечего. Давайте. Вот, да, тут есть пещерка. И тут прям
прямо над нами скелет. Так, умри. Скорее всего, будет серия про поход в шахту. Так, у меня много... Ой-ой-ой-ой, еще один скелет. Еще там... Их несколько там. Их там двое. Они сейчас друг друга перестреляют. Давайте мы вот так вот сделаем. Хотя давайте я их обоих убью. Вот. Потому что мне нужны... Умри. Мне нужны будут... О, лук. Даже два. Мне нужны будут эти кости. Чтобы сделать себе костную муку. И чтобы у нас было все просто шикарно. Так, давайте добудем еще редстоуна. Добудем железо. Железа нам тоже надо будет очень много, потому что делать воронки и прочее катавасию, это надо будет очень много железа. Так, давайте. Так. Может, где-то еще, кстати, алмазы найдем. Так, тут у нас опять редстоун. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, отлично. Я чуть ли только что не упал в лаву и не просрал вот эти все ресурсы. Опасно, конечно, опасно, но что поделаешь. Так, давайте. Пройдем вот куда-нибудь вот туда. И... Вон, я вижу уже редстоун. Давайте вот так добудем все железо, которое у нас здесь есть. Так, отлично. И теперь можем вот тут немножко так вот сделать такой проходик. И вот еще как раз железо нашли. Это просто шикарно. Даже очень много железа. Я планирую вообще где-то около стака железа с этой вылазки вывести. У нас уже полстака есть. Еще надо 32 железа, и у нас будет стак. Я смогу вывести целый стак железа с этой вылазки. Так, я еще вижу скелет. Давайте его сразу убьем. Потому что мне не очень хочется с ним как бы тусоваться. Так, умри. Во, отлично. У нас есть уже две косточки. Это две костные муки. Так, лазурит тоже нужен будет, потому что в зачарованиях лазурит это... Это у нас очень он нам нужен будет, короче. Так, а где еще? У нас что тут есть? Вон там я вижу какой-то подъем, и я вижу лазу... Точнее, этот эмеральд. Да, эмеральд. Вижу, давайте мы вот так вот это все добудем. Чем так поднимемся на водичке. И, ой, я упал. Ничего страшного. И добудем... Точнее, поднимемся и сейчас посмотрим, что у нас есть наверху. Так, давай быстрее, пожалуйста. Наверху у нас с ровным счетом ничего. Пока что там есть проход какой-то. Ну, ладно. Я, кстати, пропустил железо, пока шел. Так, давайте тоже добудем это все железо. Так, и вот так. Отлично. Так, теперь главное не упасть в... Ой, еще редстоун. Что-то я вообще как-то прошел, даже редстоун этот не заметил. Давайте. Главное нам не упасть в лаву. Это просто будет эпик фейл, если я упаду в лаву. У меня 9 алмазов, куча золота. И если я упаду в лаву, это будет просто пипец. Так, давайте. Здесь у нас ничего нету. Давайте тогда что, туда поднимемся. Чего нам терять? Может, кстати, там найдем что-нибудь интересное в виде алмаза. Допустим. А, вот, кстати, алмазы. Лоу, я их даже не заметил. Давайте вот, вот это вот мы закроем. Потому что я не хочу, чтобы мне водичка это мешала. Вот так. Тут... Сколько тут алмазов? Довольно-таки много алмазов. Да-да-да, надо закрывать водичку, чтобы она мне не мешала. Потому что алмазики... Это вещь тоже нужная. Так, давайте вот тут закроем. И... Во, все. Отличненько. Так, вот у нас еще есть алмазики. И, кстати говоря, можно добыть обсидиан, но обсидиан это такое.
принципе, я его смогу добыть в любой момент, просто спустившись сюда. Поэтому как-то, в принципе, он не такой важный, как, допустим, те же алмазы. Я слышу уже зомби наверху где-то. Давайте этот бокс сломаем. Поднимемся наверх. А что мне по углю? С углем у меня тоже, в принципе, нормально все. И наверху я обеспечен углем, и здесь у меня нормально, я добыл угля. Но я, может быть, скорее всего, выйду... Где-то я хрен знает, где я выйду. Да, здесь тупик. Придется возвращаться назад. Такая вот небольшая пещерка получается у нас здесь. Я слышу еще зомби. Вот где-то он вот тут там вот сейчас. Где-то там, короче, зомби в той стороне. Я не пойду, наверное, туда, не хочу я. Поэтому давайте лучше мы отправимся назад домой. Так, где я здесь вылез-то? Ага, вот здесь. Так, отправимся домой, выложим лучше все ресурсы, 16 алмазов. Так как-то... Ой, а там скелетов-то сколько? Там я вижу 2 скелета и 1 крипер. Здесь у нас ничего нету? Нет, здесь у нас ничего нету. А, ну да, на улице ночь. Ясно, понятно. Теперь нам надо каким-то... Теперь нам надо каким-то способом добраться домой. И не потерять все вещи при этом. Ладно, давайте мы вот как-нибудь вот так обойдем это все дело. Я не хочу просто терять все вещи свои сейчас, которые я добыл. Так, а ну-ка. Давайте посмотрим. Может, я где-то здесь. Вот тут, кстати, есть пещерка, в которой я еще вроде бы не был. Там крипера я видел. Давайте как-нибудь, может, его обойдем. Потому что с ним сражаться я тоже не хочу. Еще было бы неплохо найти спавнер всяких мобов. Вот это было бы... Блин, там крипера. Да и хотя бы отвести от того, что я зря... Терраформингом занимался. Так, давайте вот этого зомбаря убьем уже. Так, вот этого крипера мы отведем куда-нибудь в сторону. И быстро ляжем спать. Во, отлично. Мы легли спать. Прям просто по красоте душевной. Я слышу зомби, который с мечом. Нифига себе. Вояка. Давайте мы этого зомби убьем. У нас уже 5 гнилой плоти. И тем временем у меня уже 2 стака редстоун, даже больше у меня еще здесь лежит. У меня просто дохренища редстоуна, 4 стака редстоуна, ну еще 12 штучек. У меня 33 золота, у меня также 41 железо, но у меня еще здесь переплавляется, так что у меня 50 чем-то там железо. Еще здесь плюсы есть. Вот. Также у меня еще есть лазурит, уголь. И алмазики, естественно, и эмеральды. Так, такая вот неплохая довольно-таки вылазка у нас получилась. Шахту. Давайте я вам, кстати, покажу, где я добываю землю для терраформинга, чтобы вот сделать более узкий такой вот каньончик. Землю я добываю недалеко от дома. Я не хотел куда-то далеко отходить. Так, крипер, уйди, пожалуйста. Вот не надо тут на меня бузеть, и я вот так вот спокойненько лучше уйду. Такс. Вот тут я добываю землю, вот эта вот гора вся, это будет у меня... Короче, здесь я буду добывать землю. Вот здесь я добываю землю, может быть, даже булыжник буду, хотя булыжником я обеспечен вполне, у меня шахта есть, поэтому мне как-то все равно. Кстати говоря... У меня есть тростник. Из него можно сделать бумагу. Давайте мы попробуем сделать зачаровальный столик. Я не помню точно, как он делается и что туда надо. Я помню, что нужна книжка. Помню, что нужны алмазы. А нет, мы не сделаем, по-моему. Там нужен светящийся камень.
Так что мы вряд ли его сделаем. И у меня, кстати, с едой опять начинаются проблемки. Проблемы с едой, поэтому я, наверное, без съемок понадобываю еды. И давайте, может, я хоть вспомню, что-то как делается. Может, нет, давайте мы лучше все-таки не будем вспоминать, что как делается, а сделаем себе заготовки для этих, для построек. Мы сделаем 4 печки. Вот так. И их поставим куда-нибудь, я не знаю, вот на эту сторону. Так, вот эту печку надо сломать, заново поставить. Теперь надо сходить за этими, как его, за булыжником обязательно. И так, забрать булыжник, короче, весь. Ну или не весь, а большую часть, там сколько, 4 стака. Забрать булыжника. И начинать потихоньку готовиться к строительству. Иначе так. Еще надо будет, кстати, где-то добыть глину. Хотя глина, она добывается, в принципе, в любом озере. Озеро у нас здесь есть. Поэтому даже у нас очень много здесь озера. Поэтому глину, я думаю, не составит труда нам добыть. Вон я уже, кстати, ее вижу. Я сейчас даже посмотрю, сколько из одной, ну, из 4 вот этих глины делается глиняных блоков. Мне вот прям интересно стало. Давайте посмотрим. Вот. Ну, в принципе, с одного блока выпадает 4 глины, и я надеюсь, что оно крафтится как-то, да? Да, крафтится глиняный блок. Вот он. Из 4 глины, короче, крафтится один глиняный блок. Ну, из, получается, из одного вот этого блока... Ну, короче, вы поняли. Мне объяснять это довольно-таки трудно. Я не умею нормально объяснять. Вот. Ну, тут мы добудем всю глину. Также там еще озера есть. Там, я насколько знаю, поэтому добудем всю глину. Также спрутики есть. Там мы забаррикадируем все землей и камнем. Может, даже не будем баррикадировать, сделаем какой-нибудь, я не знаю, подъемчик. Такой красивенький, лесенками. Ой, там скелетик. И здесь, допустим, какую-нибудь красивую тему сделаем. Я не знаю, придумаем что-нибудь. Может, вы какую-нибудь ачивку напишите, связанную с этим местом, что здесь построить. Также не забудьте написать, на какой высоте спавнится слизни. Это обязательно, потому что слизь мне будет вот прям вообще очень нужна. Так, спрыгиваем, забираем наши блоки. Я заберу сразу, наверное, все я заберу. Че сразу, че париться-то? Если будет сундук стоять, я буду вываживать. Давайте сразу мы вот здесь закроем пока что. Это временно пока что будет. И я хочу спуститься вниз, посмотреть на то, заспавнился ли кто-нибудь там. Мне, может, там слизень какой-нибудь заспавнился. А, нет, я вижу только одного скелета. И все. Так, ладно, окей. Тогда давайте поднимемся наверх. Быстренько. Так, я, кстати, слышу скелета. Хорошо, что я вот здесь забаррикадировал все. Так, давайте отправимся назад домой. Конечно, это далековато идти, я уже не могу бежать, потому что голод у меня. И не могу, кстати, прыгать. Спринтовать и прыгать нормально не могу. Ну, ладно, я думаю, с горем пополам мы доберемся домой. Сразу поставим поедим сначала, поставим переплавлять ресурсы. И подготовимся, ну, я, наверное, подготовлю уже без съемок местность, еще подобываю там ресурсов, переплавлю это все. И уже на следующей серии мы, наверное, начинаем уже облагораживать территорию. То есть я буду тут стеклом все накрывать, будем лифт, может, строить какой-нибудь. Я еще, может, все-таки слизь понадобываю, может, в интернете посмотрю какие-нибудь фермы. И так у меня здесь переплавляется. Пока что мне нужна еда. А, ну, еще до еды надо добыть, это обязательно.
Такс, забираем уголь отсюда. И давайте мы его рассортируем. Вот у меня как раз есть. Ой, что я куда его вожу-то? Так, вот, ну. Вот, все, 32 угля сюда, 32 сюда, 25 сюда. И есть у меня еще уголь. Мне интересно знать. Так, ну только тот, который у меня здесь. Давайте сразу прижарим все вот это. Теперь у меня 55 железа, кстати. Еще золото надо переплавить в слитке. Ну, давайте пока в те печки, которые есть, заложим камень. Можно даже, в принципе, сделать вот так сейчас. Давайте. А не, у меня дерева нету. Не, мы не сделаем. Кстати, а ну-ка, давайте мы попробуем. Вот у меня есть такое вот место, где нужно будет вырастить дерево. Давайте попробуем с помощью костной муки вырастить здесь дерево. Оно нужно будет для красоты. Ну, здесь. Либо мы его потом срубим и сами построим нормальное дерево. Так, у меня есть уже еда. Так, давайте. Вот так. Поедим немножко, чтобы хотя бы я мог спринтовать. Вот, отлично. У меня еще два кусочка осталось. И, кстати, мы ХП восстановили. Так, давайте вот тут где-нибудь посадим это дерево. Вот прям ровненько, чтобы было. Отлично. И давайте попробуем его вырастить. Ох, отличненько. Конечно, не такое дерево, которое я хотел, но все же, пускай будет как будет. Такие два дерева. Здесь будет лифт стоять. Вот так, да. Вот так. Думаю, должно получиться, в принципе, неплохо. Так, а что мы делаем? Ага. А по-моему, из камня можно сделать... Да. Это как раз то, что мне нужно. Отлично. Просто шикарно. Ладно, на этом, я думаю, я закончу эту серию летсплея. Она получилась довольно-таки... Ну, такая, в принципе, не очень серия, потому что мы здесь толком ничего не делали. Мы отправились в шахту, добыли недобытые мною ресурсы. Также я вам показал, что я сделал и что рассказал, что я планирую сделать. Ну, а в следующей серии у нас уже начнутся механизмы. Мы будем уже наконец-то строить механизмы. Я, может, без съемок, закончу терраформить вот эту хотя бы часть, и мы, собственно говоря, закончим уже с терраформингом вот этой территории и будем уже начинать строить, допустим, лифт какой-нибудь механический. Я, может, еще слизь добуду. Ну что ж, на этом, я думаю, мы закончим. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Твист. Всем удачи, всем пока.